Матильда. Гость у хату. Я уже давно хотела сделать себе подарунок и съездить куды у отпочинок. Я выбрала тур на сафари у экваториальную Африку. Але коли я вышла с самолету, воде был шок. Спека, як у духовцы. Адлегласти. Африка такая великая, что я там заблукала у перший ж день. Освяжитесь нашей газировкой. Нечакано почался тропичный ливень. Я хотела подяковать за его небу, а тут бачу, с горы мне усмехается слон. Йо, бимбо! Вы у нас у Африцы у перший раз? А так само у апошни. Як вы можете жить у такой невыносной горачини? Запевниваю вас, что наш климат нашмат больш приемны. Шумять бары, гудуть воды, воком кинеш земный рай. Вось вам мой адрес. Приезжайте в гости. С часом я про слона зусім забылася, и тут наш поштальон принес мне телеграмму. Прилетаю завтра. Сустракайте на летнище с повагой Бимба. У нашем дворе усе диву даліся. Гэта мой знаёмы з Афрыкі. Я хацела пасяліць яго ў клеці. Госць у хату, як сам Бог у хату. Але ж з Богам у хаце не было б столькі клопатаў, як з Бімба. А той захрас. Ні туды, ні сюды. Вось табе маеш. Тепер вам на дворе спать придется. Одного дня прочинаюся все белое, а посярод двора снежный погорок. Что это? Это ж снег. Вода у шчыльным выгляде. Але Бимба не разумеў радости зимовых гульняў. Не поверите, які у слона у хоботе скразняк. У Африцы не ведают, что такое простуда, так что Бимба был узбиты с панталыку. Ему треба было пропотеть. А лишь это слон. Не заставалось выйти, як только взять его до себе у хату. Пришлось позычить кран. У святлицы было носа не убить. Слон топтался там, як у краме с порцеляновым посудом. Я запарила рондель липовой горбаты и послала барыка у аптеку по кроплі у нос. Калі ў яго ўрэшце пацяклі возгры, гэта нагадвала адлігу ў гарах. Дамоў хачу. У Афрыцы нашмат цяплей, ні ў кога няма сапялей. Варта толькі сказаць, на калі замаўляць самалёт. У мяне няма зваротнага квітка.
Коли я доведалася, что билет для слона каштуе 100 тысяч, я сомлела. Мы уже змирилися с тем, что Бимбо у нас застанется. Ему потребное футро. Альбо вялизный собачий плед. Я ведаю. Звяжу для Бимбо шаль. Не зашмат звязали с подарением Матильда, так? Треба, каб его можно было обмотать, принамсі тройчи. Не поспела я довязать, як перед моим домом спынилася машина. Гэта был представник книги рекордов Гиннеса. Мы доведаліся, что вы звязали найдаўжэйший шаль у свете. Вам премия 100 тысяч. Калісьці вы уратавалі мне жыццё. Теперь я могу вам принамсі аддзячыць. Праз тыдзень я атрымала паштоўку з Афрыкі. 35 градусов у теню, ніякай простуды. Ваш Бимба. Пераклад Макс Шчур, текст читала Руся Шукюрова.